Спасение нашего ради, но хотите
Молитесь о Святой Богородице и пристанивы мои. Непреложного человечивайся, проснися же, Христе, Боже, смертью святоправый. Единцы Святые Троицы, спрославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас, спаси.
праці благочестивия.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Thank you.
через Бога, пожалуйста. Подай, Господи. Подай, Господи.
Oh.
Thank you.
Thank you.
Вознесем ими в купе, взыска Господа, услыши меня от всех скорбей моих, избави меня, приступите к ним и просветитесь, и лица ваши не постыдятся, все нищие воззвай, Господь, услышай, и от всех скорбей Его спаси, ополчится ангел Господень, и укрест боящихся Его избавит их. Вкусите, видите, как благ Господь, блажен муж, и же уповает нань. Бойтесь, Господи, отшлите Его, и конец лишения боящимся Его. Богатые в нищавших, залкавши, взыскающие же Господа, не лишатся всякого блага. Придите, чада, послушайте меня, страху Господню научу вас. Кто есть человек, хотя и живот любя, не видите благи. Удержи язык твой от зла, и сне твой, еже не глаголоти льсти. Уклонись от зла, и сотвори благо, защи мира и пожени и. Очи Господни на праведные уши Его в молитву их, лице же Господне на творящее зла, еже потребите от земли памяти их. Возваша праведней, Господь, услыша их, и от всех скорбей их избави их. Близ Господь сокрушенных сердцем и смиренных духом спасет. Многие скорби праведным, и от всех их избавит я, Господь. Хранит Господь вся кости их, ни един от них сокрушится. Смерть грешников люта и ненавидящие праведного прегрешат. Избавит Господь души раб своих и не прегрешат все уповающие на Него. Thank you.
помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Высокопреосвященнейшего Бога благослови. Аминь великого. Аминь великого Господина Отца нашего Алексея, святейшего патриарха Московского и Алексея Руси, и Господина нашего Высокопреосвященнейшего Германа Митрополита Волгоградского и Камышинского, Белогорские Свято-Троицкие обители и Освященного Архимандрита, и все честного Отца нашего Игумена Алексея, братья и святые обители сия, Богом хранимую страну нашу российскую, и вся православные христианы, Господи, сохрани их на многое лето, и спайте Господа. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, живездец и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди, вселися вны, и очистины от всякой скверны, спаси, блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, же и си на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Коль возлюблено население Твое, Господи, сила желает, и скончивается душа моя во дворы Господни, сердце мое, плоть моя, возрадовастася Бозе живе, ибо птица обрети себе храмину, и горлица гнездо себе, где же положит птенцы своя, алтари Твои, Господи, сил Царю мой, Боже мой, блажен живущим, живущие в дому Твоем, во веки веков восхвалят Тебя, блажен муж ему же есть заступление Его Тебе, восхождение в сердце Твоем положи, во едоль плачевную вместо ежи положи, ибо благословение да законополож. Благаяй, пойдут от силы в силу, явится Бог Богов Сионе. Господи Боже, силу, слышу молитву мою, внуши Божий окаль, защитничи наш, вишь Божий, и призри на лице Христа Твоего, яко лучший день един во дворих Твоих. Паче ты сящий, изволит примитательство в дому Бога моего, паче неже житими вселения грешничих, яко милость истину любит Господь, Бог благодати славу даст.
Господь не лишит благих ходящих, не злобием. Господи Боже, сил блажен человек, уповай на Тя. Благоволилась, Господи, землю Твою возвратилась и плен Иаколь, оставилась и беззаконие людей Твоих, покрылась и вся грехи их, укротилась и весь гнев Твой, возвратился и сед гнева ярости Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наших, и отврати ярость Твою от нас, и да вовеки прогневаешься на ныне, простыши гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обрежешь, оживишь, иные люди Твои возвеселятся Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою и спасение Твое дашь нам. Услышу, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди Своя, и на преподобное Своя, и на обращающие сердца к Нему. Обаче близ боящихся Его спасения, Его вселите славу в землю нашу. Милость и истина стретостися, правда мира благозастася, истина земли воссияя, правда с небесе приничая. Ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой, правда пред Ним предвидит и положит путь стопы Своя. Преклони, Господи, ухо Твое, слышь меня, конищую, Бог еси мас. Сохрани душу мою, как преподобен еси. Спаси раба Твоего Божьего, уповающего на Тя. Помилуй меня, Господи, я как Тебе воззову весь день. Возвешели душу раба Твоего, я как Тебе взяв душу мою. Яко Ты, Господи, благ и кроток и многомилостив всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою, вонми глас умоления моего. В день скорби моя воззва к Тебе, яко услышал меня и несть подобен Тебе в базе, Господи, несть по делам Твоим. Все язычи великим сотворилось, придут и поклонятся пред Тобой, Господи, и прославят имя Твое, яко велись и Ты, и творяй чудеса. Ты еси Бог един, настави меня, Господи, на путь Твой, и пойду во истине Твоей, да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое вовек, яко милость Твоя велена мне, и избавилась и душу мою от ада преисподня шага. Боже, законопреступницы, восставши на мя, и сон державных взыскаши душу мою, и не предложишь Тебе пред собою. И Ты, Господи Боже мой, щедрый, милостивый, долготерпеливый, многомилостивый, истинный, призви на мя, дашь державу Твою, отроку Твоему, и спаси сына рабы Твоя. Сотвори со мной и знай меня во благо, и да видит ненавидящие мя, и постыдятся, как Ты, Господи, помогал мне, утешил меня. Сотвори со мной и знай меня во благо, и да видит ненавидящие мя, и постыдятся, яко Ты, Господи, помогал мне, утешил меня. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благословенный си Христе Божий, наши же премудры ловцы явлей, не спаслав им Духа Святаго и теми уловли вселенную, человека любче, слава Тебе, и ныне и присно во веки веков, аминь. И же нас ради рождения, девы распятия, претерпев благей, испроверги смертью и смерти воскресения явлей, яко Бог, не презри, я же создалась и рукою Твоею, яви человеколюбие Твоей милостиве, прими родшую Тя, Богородицу, молящуюся за ныне, спаси, спаси наш люди отчаянные, не предашь нас до конца имени Твоего ради, не разори завета Твоего, и не остави милости Твоя от нас, Авраама ради возлюбленного от Тебе, и за Исаака, раба Твоего, Израиля, святаго Твоего, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи, мы оставляем должником нашим, и не веди нас в свои искушения, но избави нас от лукавого. Аминь. Егда снишет языки слия, разделяющие языки вышний, егда же огненные языки раздаяши, в соединении вся призла, и согласно славим все святаго Духа. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй.
Иже на всякое время, на всякий час, на небеси, на земли, поклоняемый, славимый Христе Божие, долготерпеливее, многомилостивее, многоблагоутробнее, иже праведно, любя и грешно, милуя, иже всядовый ко спасению, обещание ради будущих благ. Сам Господи, прими наших час всей молитвы, исправив живот наш заповедям Твоим, души наши святители, стал чисти помышления, исправив мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зола, болезней, гради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры, и в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный все во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слово Родчего и Сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним высокопреосвященнейшего Владыка благослови. Аминь. Владыка Господи Иисусе Христе, Божий наш, долготерпевый в наших согрешениях, и даже до нынешнего часа, приведи нас вонь же на животворящем древе вися, благоразумному разбойнику, и же в рай пути сотворилось и вход, и смерть разрушилась, и очисти нас грешных и недостойных раб Твоих, согрешихом бы беззаконного хом, и несть мы достойно возвести очиста наша, и возрети на высоту небесную, за не уставихом путь правды Твоя, и ходихом воли сердец наших, но молим Твою безмерную благость, пощади нас, Господи, по множеству милости Твоя, и спаси нас имени Твою ради святаго, яко исчезоша в суете дни наши, изми нас из руки сопротивного, и оставь нам грехи наши, имя Ты плотское наше мудрование, до ветхого отложивши человека в нового облицемся, и Тебе поживем нашему Владыце и благодетелю, и так от Твоим последующим повелением вечный покой достигнем, и где же есть всех веселящихся жилище, Ты бы сего истину истинное веселье, радость любящих Тебя, Христе Божий наш, и Тебе славу воссылаемся безначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и приводим Христу Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и приводим самому Христу Царю и Богу нашему. Благослови душа моя Господа, Господи Боже мой, возвеличился все сила во исповедание и велилеба то облекал все все. Одеяйся светом, яко ризу, и простирай небо, яко кожу. Покрывай водами превыспренное свое, полагай в облаке на восхождение свое. Подяй на крылу ветрю, творяй ангелы свои, духи и слуги свои, пламень огненный. Основая землю на тверди я, не преклониться век века, без века риза одеяния я на горах стал от воды. От запрещения твоего побегнул, от глаза грома твоего бояться. Восходит горы, не сходит поля, вместо ежи основалось им. Предел положилось и горжи не придут, ниже обратятся покрытие землю. Посылаю источники в дебрях, посреди где гор пройдут воды. Напаяйте от двери сильные, жду давно огрыз жажду свою. На ты птицы небесные приветают, от среды камня дадят глаз. Напояй горе от привез среды своих, от плода от дел твоих насытит на земля. Прозевай траву скотом и злов на службу человека. Извести хлеб от земли, вино веселит сердце человека. Умастите лице и лей, хлеб сердце человека укрепит. Насытится древа польская, кедры ливанские в жизни насадил, там птицы вознездятся. И родиво жилище предводительствует ими. Горы высокие и ленем, камень прибежища зайца. Сотворил есть луну, во времена солнца познал запад свой, положила седьмо. И бысь ночь в нежде пройдут все звери дубравни. С кем не рыкающий, восхитите изыскать от Бога пищу себе. Высия солнце, собравшись в ложах своих лягут. И зайдя человек на дело не свое до вечера. Яко возвеличившись дела Твои, Господи, вся премудрость сотворилась, и исполнится земля, твари Твои, и все море великое пространное, там у гадей их же не числа, животные малые с великими, там у корабли приплавают, змеи сей горы собралось и ругатись ему, всяк Тебе чай дать и пищи, во благо время, давши Тебе им соберут, отвержу Тебе руку всяческой, исполнится благости». Отращу же тебе лице возметутся, а ты же дух их исчезнут, и в перь свои возвратятся, после же духа твоего созиждутся, и обновишь лице земли, будет слава Господня во веки, возвеселится Господь от делях своих,
Придирая на землю, творяю, трястися, прикасаться горам и дымятся. Воспою, Господи, я в животе моем, пою Богу моему, донде же есть. Да сладится моя беседа моя, аже возвеселюся, Господи, да исчезнут грешницы от земли, и беззаконница, якоже небытие. Благослови душа моя Господа, солнце позна запад свой, положилась сеть мой бысь ночь, яко возвеличившиеся дела твои, Господи, вся премудрость сотворилась, и слава Отцу и Сыну Святому Духу, ныне присно во веки веков, аминь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Богу, лишь исполни. Но слава иных, не просто слава. Может, слава сначала, потом и народ уже раз царю без. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Страдами повелинися ты отроишь. От стражи утренняя до ночи. Стражи утренние, на уловай ты Израиля, Господа, но святыми оба приснились не будет, ниже начинай, ниже предстояй, но присно Отцу и Сыну сине исчисляем, живот и животворе свет и света подати, самоблаги источник благословения. Яко у Господа милости многое у него избавление. Господа все языцы, похвалите Его, все люди, Дух Святый, свет и живот, и живые источник умный, добрый мудрости, Бог разума, благи, правы, умный, обладая, очищая прегрешения, Бог и Бога Твоя, огня огня происходят, но мой день разделяет дарования. Им же пророцы сии божественные апостоли смученики венчавшиеся, странные
мне странные видения, погрязляйся в подаяние дарований. Яко утвердися милости Го на нас. Истина Господня пребывает в воле, Дух Святый, свет и живот, и живы источниковы, Дух и мудрость, и дух разума, благи правы умы, обладая очищая прегрешения, Бог и Бог твоя, огня от огня происходя, благое имя зияет дарования. Им же пророцы сии божественные апостоли с мученики венчашися, странное слышание, странное видение, погрязляйся в подаяние дарований. Слава и ныне глас шестый, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Имени пресной во веки веков. Аминь. Царю небесный, утешителю души Кто мог мне
Дьявол, утверди живот наш святыми Твоими и священными законами.
ангела верно хранителя приставил людям твоим, всех собери в твое царствие, дашь прощение уповающим на тебя, остави и нам грехи, очисти нас, действуй святаго твоего духа. Разруши же на нас кости праздник. Благословенный Господи, владыка вседержитель, просветивый день светом солнечным и ночи ясливой зарями огненными, долготу дневную приди нам сподобивый и приближимся начатом ночи. Услышим моление наше и всех людей твоих, и всем нам прости вольные и невольные грехи, прими вечерние наши моления, и не спасли множество милости твоя, и щедроты твоя, но достояние твое. Остени нас святыми ангелами твоими, вооружи нас оружием правды твоей, погради нас истиной твоей, соблюди нас силою твоей, избави нас от всякого обстояния, всякого навета, сопротивлежащего, подажи нам настоящий вечер, приходящий ночи, совершен свят мир, безгрешен, безоблазен, без мечтаний, и за дни живота нашего, молитвами святой Богородицы и всех святых, ответы тебе, благо угодишь. Господи, спасибо, милый, воздай, сохрани нас, Боже, твою Господи, помилуй.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Дар душам нашим умиление и помощь за наше попечение.
Я страшен и правен в Твоем суде, и испытание я пригласи страху Твоему в плоти наше, и на Твои буду наша суща на земле, да и сонно, безмолвие просветимся зрением судеб Твоих, а Ты миже от нас всякое мечтание неподобное и преднопредно, восставишь наши молитвы, подвижены веры и преспевающие жабли Твои, заступи, спаси, помилуй, восстави и сохрани нас. Господи, помилуй! Животворящего Твоего Духа, видим огненных языков на святые Твои опоры.
и благовестники тех поставили. Благочестивые наши веры и исповедники, и проповедники истинного богословия показали, и же всей всесовершенный спасительный праздник, очищение уба молитвенное, и у неже влади держимых способы бы принимать, великое же подавай нам надежды, ослабление содержимым от содержащих и осквет, и утешение того не спаслась, услыши нас смиренных и повихрах молящихся здесь. Упокой души рабов, ты и прежде усопшись на месте светишь, на месте плачешь, на месте провлачешь. Оттуда же отбежай всякой болезни, печали возбегания, и учини духи вселения праведны, и мир и ослабление сподоби, яко не смертный восхвалит тебя, Господи, и шестущий влаги, исповедник дерзнут принести тебе. Но мы живые благословения и море, и очистительные молитвы и жертвы приносим тебе на душах твоих. Боже великий и вечный, святый человеколюбивый, сподобив нас в час сей стать неприступную Твою славу, на пении хвалу чудес Твоих, очистины недостойные рабы Твои подарки, благодать те же совершенным сердцем, невозносительно приносите Тебе Ты святое словословие и благодарение великих Твоих даров. Я же сотворилась и к нам, и творишь и всегда в нас. Помяни, Господи, немощь нашу, и не, да не погубишь нас, и беззаконие наше. Но сотвори великую милость со смирением нашим, как греховные тьмы, избежавшие в одни правды ходить и будем, и одеявшимся оружием света, ненаветно прибудем, от всякие козни лукавы, и с удерзновением прославим всех Тебе единого истинного и человека любимого Бога. Твоего якого истина великая, в лесноту таинства, владыка всех и творчества, временное разрешение Твоих тварей. Еже посих, совокупление, упокоение, еже во веки. Тебе благодать от всех исповедую, о входе в наших, я же в мир все и исходим, надежды на воскресенье, и жизни непрерывной, твоих наложенных обещаниям предупреждаю, я же примем будущем втором пришествии твоем. Ты, Моисей, воскресенье нашего начальника и поживших, неумытный для человека любимый судья. И в том сдаяние, Владыка и Господь, и же приобщилась нам преисполненного плоти и крови снисхождения ради крайней. И наши страсти неотменные не в доволе, во искусство ставите, прими за милосердие щедрое. И в нем же пострадалось и сам искупился, искушаемым нам быть самым обещанным помощником, тем же и совозвелось и нас, Твое бесстрастие. Прими, Губа, Владыка, мольбы и моления наши, и упокойся, отцы твои горды, и матери, и чады, и братья, и сестры, единородные, и губнародные, и вся прежде почившая душа, надежды вознесения жизни вечной, учини духи их, имена в книге животных, мне как Авраама, Исаака и Якова, в стране живых, в царстве небесном, в рае сладости, светлыми ангелами твоими. Вводя вся во святые Твои обители, совоздвязай телеса наши в день Божий, определивайся по святым Твоим и неложным обетованиям. Несть, Убо Господи, рабом Твоим смерть, исходящая нам от тела, и Тебе, Богу нашему приходящему, по представлению от печальнейшее, на болезнейшее и сладостнейшее, и на упокоение и радость. Аще же, что согрешением Тебе милостью будет нам судить, за ней един есть чист пред тобой от скверны, неже аще един день живота и Бог есть. Разве ты тот же един на земле явились безгрешный Господь наш Иисус Христос? Им же и силуповая милость получи для оставления грехов. Всего ради нам, шагионим, как облако человека любит Бог, славит, оставит, прости грехопадение наше вольное и невольное, даже ведение и неведение, предъявленное, и забываемое я же ведение, я же в деянии, я же в помышлении, я же в словесе, я же во всех наших житиях и движениях. И отшедшим Богу свободу и славы дару, нам же и всем людям Твоим, наши сущие везде благослови, конец плохим, и мирные дары нам же, и всем людям Твоим, и милости, и человеколюбию утробу.
Христу Христе. Сам человеколюбче Господи, исправим молитву нашу, как окадило пред Тобою, прими ее в одном благоухании. Вот дальше нам настоящий вечер и приходящую ночь в небо, облицы на вооружен свет, избави нас от страха ночного и всякие вещи во тьме приходящие, и дары нам сон, и живость одинка, явностного мечтания извне. И, Владыка, всех благих подателей, как это и на ложах наших умиляшихся, воспоминаем и в ночи пресвятой имя Твое. И в поучении Твоем заповеди озаряемой, в радости душевной, восстанем словословие Твоя благость. Молитвы и молениями Твоему благоутробию переносящих о своих грехах и о всех людях Твоих, скажем молитвами Пресвятой Богородицы, милости посетителя. Господи, спасибо, милую вас, славится, Господи, помилуй. Спасителем душ наших.
Христа созиждь во мне, Боже. И духа благодари по утроме моей. Ныне утешительный дух на всякую плоть излияся, от апостольских моряков начинчий, от всех по причастию верным благодать простыр, и уменяет свои державные наития во огненном виде, учеников раздаяя язык небесновений и славу Божию, все же сердце умно просвещаемый, и утвердившись святым Духом, молимся спастися душа нашим. Не отвержи меня от лица Твоего, ни Духа Твоего Святого не отними, не отними. Ныне облачатся державы Христовые с высоты апостоли, обновляет Боих утешитель, в них обновляется таинственным обновлением разума, и же странными глазы высокоглаголимыми, проповедующий пресносущное естество же и простое, трехостасное почитати, благодетеля всего Бога, всем же прославление. Дождитесь. Добрый человек.
Святого Духу, и мир.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолимся, сынки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолимся, сынки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Саша, вперед, фонарь пошел. Господу помолимся. Видишь, в этой же последовательности, как шли. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Быстрее, быстрее, хоругви, пошевелитесь, быстрее. Как шахматы, выстраиваетесь. Александр, остановитесь сюда. Куда остановитесь? Металлический всегда возле фонаря. Тряпочный всегда возле металлических. Вряд ровно, по линейке проносите. А то один там, другой там. Вы, просвети нас по велению Твоими, Господи, и пресвятою Твоею высотою, Твоим по нашим человеку любшим. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Пресвятая Богородица, спаси нас. Пресвятая Богородица, спаси нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Господу помоги всем сих. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолим сердцем сих. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Мужчина, не трогай, я жму его руками. Фонарь пошел. Я буду так. Фонарь второй. Пошли, пошли. Все, вот так вот идем. Не торопимся, идем нормально. После этой стены так же выстраиваемся, как стояли. Во всех стене, всех. Саш, по середочке металлические. Слева, да. А вы этот страх к кирпичам подойдите. Все, замерли. Пресвятая Богородица, спаси нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Имя небесно и во веки веков. Аминь. Снишет языки злия, разделяже языки вышни, и даже огненные языки раздаешь, соединение все призва, и согласно славим все святого Духа. Господу помолим сердцем сих. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Фонарь пошли. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И теперь перед храмом, вот на лестнице выстраиваемся. Показаем руце, но зеребра своя. Возрадовайся же, ученицы, видишь Господа. Рече же мы, Иисус паки, мир вам. Яко же посламя, Отец, и аз посылаю вы. И серек дуну, и глагола им. Примите Дух Свят, им же отпустите грехи, отпустятся им. Им же держите, держаться. Слава тебе, Господи, слава тебе. Господу помолимся сердцем всем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помолимся сердцем всем. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всем всем.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолимся сердцем си. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, повелицы милости Твоей. Куда вы пошли? Молимся, услыши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимся о великом Господине, Отце нашем, Святейшем Патриархе Алексея, Господине нашем, Высокопреосвященнейшем, Митрополите Германе, о всей во Христе, братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о богохранимой стране нашей российской, властях и воинстве, да тихой и безмолвной житие поживем, о всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов, рабов Божьих, братья и святые, обители сия. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимся же ко славе Божией, о создате все святые обители сей, населите сие благочестивыми иноками. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся за всю братью и за вся христианы. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слышен Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли, сущих море залечит. И милостив, милостиви буди, Владыка, грехов наших и помилуй. Милостив Бой, человека любит Бог, еси тебе славу высылаем. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно, и во веки веков. Аминь. Величай. Святые обители сия, всем здесь молящимся и всем православным христианам, и сохрани их на многое лето. Многое лето, многое лето, многое Oh.
скоро знову. Мы с вами можем прочитать у святаго апостола евангелиста Луки в его книге «Деяния святых апостолов» о том, как святые апостолы и Пресвятой Богородицы, находясь в Иерусалиме по слову Господа Иисуса Христа, потому что за 10 дней до этого на Елеонской горе, когда он возносился, он сказал им, чтобы они ожидали Духа Святаго, пришедшего от Отца, которого Отец пошлет на своих учеников, чтобы он пребывал вместе со святыми апостолами, всех, кто войдет в эту новую Церковь Христову. И вот святые ученики, апостолы Христовы, собрались в горнице и ожидали то, что им было обещано от Господа. Обещали же с упованием. Это уже были совсем другие люди. Это были не те люди, которые у Христа, отойдя от Господа, отошли от Него. Кто-то предал Его, кто-то оставил Его, кто-то просто испугался страха ради иудейского, страха ради своего. Но это были уже совсем другие люди. А почему были другие люди? А потому что они знали, что случилось самое главное, о чем говорил Господь, что Он воскреснет. Вот это воскресение явилось тем треугольным каменем веры, на котором и зиждется, то есть стоит наша христианская вера на воскресение Христово. Как апостол Павел говорит, если Христос не воскрес, то вера моя тщетна. Поэтому на многие века, многие годы, как раз и противники церкви старались именно ударить вот по этому самому основному камню нашей веры, порочи воскресения Христова, говорят, что это была ложь, что ученики украли тело Иисуса, а потом придумали. Но Господь являлся в течение 40 дней своим ученикам и укреплял их в вере. Они видели, они радовались, и они, конечно, изменились. Вместо тех людей, которые занимались своим делом, они многие после распятия Христа отошли и стали заниматься своим делом, потому что был период такой отчаяния. Потому что нет того, в кого они верили. Нет, казалось им, того, что он учил. Но вот явился Господь воскресший, и они изменились. У них изменился ход мысли. То есть самое главное, что требуется от нас, изменить нашу жизнь. Вот они изменили свою жизнь. Почему? Потому что на них так повлияло воскресение Христово. И они стали уже другими учениками. Они думали уже о другом, о том, чтобы сделать волю Божию. Не заниматься каждый своим делом. Я отойду, как часто бывает у нас, да? Церковь церковью, а я сам как-то живу, сам собой. Вот. Нет, они стали заниматься тем, что для них самым главным – это быть именно со Христом. Для меня быть со Христом, как говорит апостол Павел, самое главное – быть со Христом.
Вот о чем он нам говорит, да, это самое главное, быть со Христом. И вот изменившиеся совсем люди, апостолы, они собрались и ждали то обетование, то обещанное, что обещал им Господь Иисус Христос. Другого утешителя, если я не пойду к Отцу моему, сказал он, когда он возносился на небо, то не придет утешитель. Поэтому я иду туда, чтобы пришел утешитель. Вот этого утешителя они ждали. Именно то событие, Вознесение Христово так часто и называют в церковной традиции радостью расставания, праздником радости в расставании. Они расставались со Христом, что Он возносился на небо, но они радовались. Чему они радовались? Что Господь воскрес, и что придет кто? Придет утешитель, Дух Святой. И вот через 10 дней после Вознесения, когда они находились в горнице, а этот день был Пятидесятницы, один из трех праздников, который очень почитался в древнем иудейском народе, потому что как бы считался праздником после урожая, после жатвы, когда приносились плоды, когда люди благодарили Бога о том, что Он их не оставил без пропитания, без урожая. Вот в этот день в Иерусалим собралось много людей, как из Иудеи, так и из других мест, как из Греции, из Рима, как просто иудеи, так и прозелиты, то есть те люди, которые были обращены в иудейскую веру, но являлись по национальности или греками, или римлянами, или каким-то другим народом. Все они собрались в праздник Пятидесятницы в Иерусалиме, не зная о том, что произойдет какое событие. И вот, когда народу много собралось в этот день, в горнице, где находились ученики, апостолы и Пресвятая Богородица, вдруг в виде огненных языков шумом сошел Святой Дух и почил на каждом ученике, на каждом апостоле. И все вдруг эти люди стали говорить на разных наречиях. Тут кто-то говорит, что из таких противоцерковных учений, что ученики говорили на каких-то непонятных языках, что это было как глоссолалия, то есть где-то изнутри какой-то голос выходил незнакомый. Нет, они говорили на языках народов, которые находились вокруг. Вот это было чудо. Оказалось, что эти люди, апостолы, которые не знали других языков, кроме своего родного арамейского языка, да, может быть, еще греческого кто-то был образованный, но других языков не знали, и вдруг они стали говорить на других языках. Кто-то из людей сказал, ну они, наверное, напились вина, поэтому пьяны. Но вышел апостол Петр и говорит, нет, не вина мы напились, пришла радость великая. На нас сошел Дух Святой, который обещанным нам был Господом Иисусом Христом, которого вы распяли, но который воскрес. И вот после таких горячих слов апостола Петра, потому что такое было слово горячее, что люди, стоявшиеся на площади около горницы, где собрались апостолы, большая часть уверовала во Христа, а потом крестилась. И за дня день, когда апостолы в таком порыве, в духоносном порыве говорили о том, о вере Христовой, то о Христе, о воскресении, то многие из иудеев и пришедших в Иерусалим стали веровать во Христа. И многие стали именно потом истинными, настоящими христианами. Вот так родилась Церковь Христова. Вот какой день мы сегодня с вами торжествуем, вот какой день мы сегодня с вами праздным. Именно только с Духом Святым может произойти с нами чудо, с нами изменение нашей личности, когда к нам приходит Дух Святый, одухотворяет, оживляет нас, когда мы в таинстве крещения и миропомазания, на нас всходит Дух Святый, мы одухотворяемся, мы становимся Божьими, мы становимся духоносными, мы становимся Христовыми. Вот что самое главное. И вот сейчас, в этот день, когда мы все с вами пропели именно молитвословие Духу Святому, Царю Небесный, утешитель, души истины, и же везде сей, и вся исполняет, и все наполняет. Сокровища благих и жизни подателю ты жизнь даешь. Приди, и все лисивны, и очистены от всяких скверны, и спаси, блажи, души наши. И в этот день Пятидесятницы, когда древние иудеи именно праздновали праздник урожая, плотского урожая, сходит Дух Святый, как бы Господь говорит, что
Не хлебом единым жив человек, а совсем другим. Духом Святым жив человек будет. Вот. Урожай урожаем, но вот он в этот день сошел, Дух Святый. И эти люди ожили, они стали совсем другие. Они изменились. Почему? Потому что они стали Христовыми. Потому что они стали одухотворенными. И вот мы с вами, когда приходим в церковь, именно приобщаемся к таинству церковных, крещения, исповедания, причащения святых Христовых таинств, мы тоже становимся какими? Христовыми. Мы становимся Его. А кто не имеет Духа Святаго, тот и не Его, как говорится в Священном Писании. Вот и мы с вами, когда мы приобщаемся именно благодати Святого Духа, мы становимся именно Христовыми, Божественными учениками. С праздником всех! Спасибо. Аминь. И всех причастников поздравляю с принятием святых божественных Христовых таинств. И сейчас мы с вами послушаем благодарственные молитвы по Святому Причащению, которые сейчас будут читаться. Ну, а после чего у нас состоится трапеза. Вот. Потрапезничаем, кто-то еще погуляет, а потом уже, как уже сказано, будет отправление в город Волгоград. Но я всем, как наместник монастыря, передаю благословение и приветствие от нашего митрополита, настоятеля монастыря, потому что настоятелем монастыря является, священным архимандритом является наш митрополит Волгоградский Камышинский Герман. Он просто не смог приехать сегодня. Вот, но я вам передаю от него благословение и приветствие, поздравления с праздником, с этим великим праздником Святой Троицы, с радостным великим событием. Всех благодарю, кто участвовал, кто уже не в первый раз приезжает к нам, кто перенес какие-то трудности здесь. Ну, как говорится, ну, если бы трудности бы не переносили, наверное, бы сейчас бы так радостно не было. Вот, поэтому, когда трудности переносишь, как-то время проходит, смотришь, потом их с такой радостью вспоминаешь. А я вот в монастыре спал на полу. А вот на меня накричал в монастыре отец Елисей. А вот меня отругал в монастыре отец Александр. Там. И так радостно становится, что у нас такое было. Это, конечно, шутка. Ну, есть доля истины. Потому что в этих трудностях как раз и часто чего-то нам этого не хватает. Ну, обитель еще строится, наверное, и строится очень трудно, непросто восстанавливается как и внешне, так и внутренне, поэтому не все сразу получается. Ну, от нас что зависит? Главное перетерпеть и со смирением принять то, что нам Господь подает. Поэтому я всех благодарю, кто принял участие в праздничном богослужении, кто хор наш святого праведного Иоанна Кронштадтского, регента Илью Иванова, который постоянно уже, традиционно уже приезжает и не может не приехать. Вот меня уже за неделю говорит, ну мы поедем или не поедем, говорит. Вот, хотя в храме Иоанна Кронштадтского тоже служатся две божественные литургии, поэтому представляете, как хор бывает трудный, да, сегодня вот так. Вот, так что им приходится тоже делиться. Всех, кто принял участие, нашу братью, которая старалась, ее не так много, но все постарались, чтобы ну, как-то душой подготовиться к этому празднику. И всех причастников, всех, кто помогал словом, делом, молитвой, всех добрых людей, ну и злых тоже. С праздником вас всех! Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже! Вот сейчас отец Анастасий будет громко читать молитвы благодарственные по Святому Причащению. Поэтому особенно тех людей, которые очень редко причащаются, это очень важно послушать благодарственные молитвы по Святому Причащению. Потому что Евхаристия, то есть причащение в переводе с греческого, обозначается благодарение. Мы, причащаясь, Бога благодарим за то, что Он нам дает, за жизнь, за разум, за здоровье. Вот это сейчас будет читаться благодарственная молитва. Поэтому внимательно послушайте, поблагодарите за Бога, за то, что Он вам сейчас дал. Великую-великую радость приобщиться к Тайне Христовой. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже. Вера,
сделать?